внимание проявляют, им нужно что-то пожамкать. Вот, в дикой природе они живут стаями, и поэтому кошек и людей он воспринимает как за своих. А эту кошечку у нас еще была дикая кошечка, нам ее подкинули. Вот, мы утром приходим в зоопарк и смотрим в коробке черная кошечка и белую. Белую мы отдали, пристроили, и теперь приставим эту кошку. У нас ее сначала взяли, а потом вернули обратно. У нас прям уговаривали, говорили, у нас дома точно такая же, можно забрать. А кошки же, они такие как бы характерные, особенно девочки. То есть, если приносишь домой котенка, они понимают и чувствуют, что у них какая-то замена, и поэтому начинают агрессировать на ту кошку, которую принесли. И поэтому они ее вернули нам обратно. Сказали, либо вы ее забираете, либо мы ее оставляем где-то на улице.